За короткий срок на клич о помощи от военнослужащего откликнулись сразу 7 аграрных предприятий региона. Села Шахабалово, Гавриловское, Небылое и Старый Двор объединились для сбора средств в помощь фронту. Деньги собрали быстро и купили двигатель. А затем специалисты одного из сервисных центров занялись его ремонтом. Я думаю, что это важно. Каждый должен поддерживать СВО и поддерживать наших бойцов. Вот. Мы не остались в стороне. Ну, это не из корыстных целей, это именно благотворительность. За исправным двигателем из зоны СВО приехал сам военнослужащий, который попросил Народный фронт о необходимой детали. Отмечу, активисты движения ежедневно отвозят гуманитарную помощь бойцам, находящимся в зоне СВО.